стерты краски тусклые, то ли люди, то ли куклы, взгляд похож на взгляд один на день. Я устал, я отдыхаю, балаган вас приглашаю, где кукла так похожа на людей. Я устал, я отдыхаю, балаган вас приглашаю, где куклы так похожи на людей. Сейчас быстрый. Арлекины и пираты, циркачи и акробаты, и злодей челит внушает страх. Волки, зайцы, тигры, клетки, все они марионетки в ловких и окруженных руках. Волки, зайцы, тигры, клетки, все они марионетки в ловких и окруженных руках. А теперь перевором. Хозяин гасит свечи, кончен бал и кончен вечер. Заиграет клоун на трубе. А правильно, клоун, да? И в процессе представления создается впечатление, что кукла тоже может создается впечатление, что кукла тоже может говорить. А еще как он это? На паузу поставь пока. Лица тёрты, краски тусклые. Короче, время 11:30, уже даже больше, может, там без 15, на соседи охуевают. Слышите, может, музыка орёт, топчут нахуй, спать не дают. Берём хоккейную клюшку, вот вам лайфхак такой, потому что батареи до них идут, достучаться до них невозможно. Берём клюшку хоккейную. Он топает. Длина позволяет. Они на втором этаже, мы на первом. Дальше делаем такие движения. Нащупываем, значит, подоконник. Вот потихонечку я поднимаю. Вот, подоконник, слышно? А теперь просто долбим. Песка съёбана. Музыка моментально прекращается. Музыка моментально просто прекращается, и всем спокойной ночи.